Накануне в искусственном водоеме в районе улицы Тарманской утонул ребенок. По предварительным данным, мальчик 2006 года рождения вместе с друзьями купался в водоеме, который для этого не предназначен. Следователи начали проверку по данному факту. Правоохранители также напоминают, отдых детей у воды требует особого внимания со стороны взрослых. Отпускать несовершеннолетних купаться без присмотра нельзя. Задача детей при виде тонущего человека позвать на помощь и позвонить в службы спасения.